Слава Украине! Привет всем от Полонского. Полонский МИД Российской Федерации вызвал посла Узбекистана на Москве и заявил ему протест в связи с высказываниями ректора Узбекского или Ташкентского университета коммуникаций по поводу знания узбекского языка некоторыми представителями, скажем так, российского этноса, которые остались жить в Узбекистане. Я не буду там точно копировать, точно вам пересказывать слова этого ректора, уважаемого мною. Кстати, он абсолютно прав, с моей точки зрения. Я просто передам смысл, да, что он сказал в интервью одному из российских изданий. Он сказал следующую вещь, что не понимать языка и не владеть языком той страны, в которой ты проживаешь, то 60 лет, то 40 лет, то 30, неважно. Большие сроки уже проживаешь. Может, два типа людей. Первый тип – это оккупант. А второй тип – это идиот. Тут даже и сказать нечего. У нас это Украины полностью касается абсолютно. Я только могу поаплодировать и сказать, что студентам этого вуза, что у них замечательный ректор, он абсолютно правильно разобрался в ситуации. То есть есть два типа людей. Иногда это даже один тип людей. Первое, это которые глубоко презирают народ, среди которого они жили десятки лет. Глубоко презирают и являются фактически фашистами и нацистами, потому что не хотят учить язык. Да? Вот сколько таких вот клоунов живет в Латвии, да? Сколько таких клоунов живет в Казахстане, а сколько таких клоунов живет в Украине. Не понимаю, это не украинского, да, ну. Но иногда, я же почему говорю, что вот он сказал два типа людей, а я говорю, что иногда эти два типа, они сливаются в один тип, да, то есть вот эти вот оккупанты-нацисты и те, кто идиоты. Это очень часто, зачастую бывают одни и те же люди, да, то есть отсутствие умственных, элементарных умственных способностей у конкретного индивидуума выражается в том, что он люто ненавидит по какой-то причине или презирает, хотя презирать за что, коренную нацию данного государства, особенно вот балтийские страны расскажут, да, как это выглядит, эстонцы, латыши, литовцы. То есть он их презирает с одной стороны, а с другой стороны его, скажем так, весьма ограниченные умственные способности, по всей видимости, и не позволяют ему выучить этот язык. Вот, собственно говоря, как говорится, два сливается в одно, и получается такой Ванька-Станька-скрипозавр, любитель Путина.